Сегодня это случилось? Сегодня, да, сегодня обнаружили. Ну, неизвестно, может, она там... Это я ее обнаружила, я соседка ее. Ее зовут Ольга Васильевна. Ну, мы соседки, как у нас не было света, не было отопления, до сих пор отопления нету, воды нету сейчас. И она постоянно ко мне спускалась, она на втором этаже живет, она постоянно ко мне спускалась. Вот у меня, я баллон купила, плитку купила, то есть хоть чай все пили. Вот ее нету, в понедельник у них суд был, они же нас в суд подали. Кто? Как бы на увеселение. Почта России. А вы все на Почте России, да, работали раньше? Да. И вот, значит, в понедельник у ей снова второй суд уже у Ольги состоялся. Угу. Я ее отправила на такси в суд. Потом, значит, нету ее. Я говорю, ну ладно, нету, придет. Я на утро опять нету. Это что такое? Я говорю, ну, может, обиделась на меня, что я ее отругала, что она опоздала на суд. Может, обиделась. И на третий день нету, как в среда. Среда. Я вчера пошла, стучалась, все казанки отбила. Я утром опять смотрю, а свет горит, а горит у ей в комнате. Горит, а горит. Не выключает. То есть, если бы она, значит, жива была, она бы все равно, она до этого выключала свет. А нам свет только дали 9 декабря. А вот этого года? Этого года. С 1 апреля по 9 декабря у нас не было свету. И отопления сейчас нету, вот в холоде сидим. Ибо, вот да. Зайдите в ту комнату, почувствуйте какой. Ну, короче, я соседа опять взяла, говорю, Алёша, пойдем, говорю, будем скрывать дверь. Сейчас с Ольгой неладно. Ну, все, пошли, конечно, внизу там эти деревянные, эти, мы все сломали. Он залез туда, Алёшка-то. Посмотри, говорю, скинула сильно, она мертвая лежит. Ой, я обезумела вообще. Я говорю, ну как вот так вот? Вот, тоже вот человеку, одна живет, у нее никого нету, в комнате холодище, света не было. И села, наверное, погреться, в обогревателе стоит так вот, стоит на полу, ну, не, она да, на стульчик села, видно, погреться. Ну и тяпнула на инсульт, и все, сразу насмерть.